Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Сегодня у нас суббота, 6:30 вечера. Настюша, покажи, сколько времени у меня есть здесь. Настюша, которая снимает, даже мне вот телевизор подключила. Видите, сколько времени у меня телевизор не включался. Настюша приехала и навела порядки сразу. Сейчас покажу вам, какие мне Настюша привезла подарки на Пикуёлу. Я вам рассказывала, Пикуёлу – это маленькое Рождество, которое отмечают все финны. Вот такой маленький мне подарочек. Видите, такая елочка, это в коробочке. Она вот сделана елочка на картонке, на такой плотной. Это нитки, это такие гвоздики. Сюда вот их вот так вот надо поставить. Вот. И ниточками вот так вот елочку эту сделать. И получится вот такая вот елочка. Такая вот подделочка. Подделка елочки, очень красивая. Ну, вот это тут такая инструкция для нее, как делать это все. Вот. Это мы будем делать. Вот такого мишку Настюша мне привезла, шоколадненького. И привезла вот такого, видите, лягушонка. Я же люблю лягушек. Все знают мои, что я люблю лягушек. И мне дарят. Это такая вазочка. Вот мы сюда конфетки положили. А конфетки эти, помните, я вам показывала... Календарь, вот Настюша свой заберет. Вот календарь мы пооткрывали до сегодняшнего числа. И вот наложили полностью сюда конфеток. Наложили или положили, как хотите, то скажите, что я неграмотно рассказываю. Вот с Настюшей сделали себе на маленькое Рождество слоенки, еще горячие. Еще горячие выняли, только тут лежат. Вот, компот уже почти весь выпили. Сейчас поставлю, еще буду варить. Расскажи, и... что это такое, как они называются? А это называется йолу торту. Вот. Делаются они, значит, со слоеного теста. Слоеное тесто 10 штук, килограмм, 10 штук таких пластиков пополам разрезаем, а потом сгинайте как хотите. Вот это, предположим, ангелочек, видите? А это звездочки. Это тоже был ангелочек, но он почему-то у нас раскрылся. Вот это тоже был ангелочек. Это такие всякие. Вот мы 5 штук взяли, 0,5 килограмма. Каждый пластик разрезали пополам. И получилось... Варенье, давай покажем. А, варенье, да. А варенье вот это. Вот я покупала, и я вам показывала это варенье. Вот это вот варенье. С инжиром. С инжиром, да. Инжирное варенье. Вот. И вот это вот так вот мы с ней сделали, будем кушать. Вот, что вам еще показать? Это мы мандаринки ходили, покупали. Захотелось нам на вечер мандаринок купить. Вот. А сегодня погода у нас не очень хорошая. Целый день практически дождь. Настюша приехала 11:30 где-то, да? 11:30 приехала. Был дождик мелкий, мы с ней пообедали. А я оливье еще делала, борщ варила. Вот. А вечером мы ходили по делам с Настюшей, прогулялись так немножечко, но не стали вам снимать. По той причине, так немножко назад, а то как-то тут выкатывается у меня здесь фигура моя чересчур. Фигура вырисовывается. Прогулялись чуть-чуть, не снимали, потому что дождливая погода. А телефон у меня же не новой модели. Не знаю, он реагирует на воду, не реагирует. Кстати, один у меня был такой же точно Huawei. Я его под дождь, он у меня попал и перестал работать. Вот. Ну и потом пошли сюда к нам в сали, и Настюша никогда не кушала вот эти вот латики, запеченные в духовку. Там, значит, печень, рис, изюм. И все. Ты изюм я не почувствовала. Да, ну ты не почувствовала, но там написано 8% изюма было или 12%. 0,8. Да? А, 0,8, да. Лежит, ну иногда 20. Даже целые изюминки, ну смотря какой, какая фирма делает. Ну, мы его в духовку поставили. Оно готовое. Ну, это просто... рождественская такое. Да, рождественская еда. Вот это называется Макса Латико. Ставится в духовку, там было написано на 20 минут, да? Вот. Или в микроволновку, там минуты на 3, на 5. Ну, нам захотелось в духовку, мы поставили в духовочку, разогрели, вот, покушали. Настюше понравилось. Я-то ела его часто, и мне дают иногда его, я приношу. А Настюша никогда не ела. Ну, понравилось ей. И оливье ж поели, конечно. Вот. А теперь вот будем компот пить с такими со звездочками. И компот еще поставлю. Расскажи фильм, какой будем смотреть. А сейчас вот Настюша подключила под этот самый, под мой ноутбук, телевизор. Будем смотреть «Один дома».
решили, раз у нас маленькое Рождество, значит, нам надо смотреть рождественский фильм. Вот будем смотреть «Один дома». Такой рождественский фильм. Вот. Ну вот я вам все рассказала. Завтра посмотрим по погоде. Возможно, сходим с Настюшей в Сканзи прогуляться. Тогда там что-нибудь и поснимаем вам. Вот. Ну и там все. Заканчиваю. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока. До новых встреч. Хорошего вечера.